Хоккейная команда «Сочинские дельфины» и «Большой сочинский дельфинарий» не просто партнеры. Здесь живет талисман спортсменов – дельфин по имени Новак. Ребята верят, Афалин приносит им удачу, а потому после каждого турнира сочинские дельфины навещают давнего друга. Пришли в дельфинарий похвастаться своими успехами перед дельфином и, соответственно, что нам принес он удачу в этом сезоне. Хотелось бы выразить благодарность директору нашей школы, господину Петрусу Ивановичу, который оказывает всяческое участие в нашей жизни, и также дельфинарию, так как они являются нашими партнерами. Вот благодаря, наверное, этим составляющим и добились в этом году такого успеха. На следующий год, думаю, будем первыми. Кубок юным хоккеистам вручила тренер Новака. А вот сам талисман вместе с собратьями поздравил ребят своим самым эффектным номером. Так как половина наших зрителей являются дети, мы всячески стараемся прививать им любовь к спорту через наши номера, которые показывают наши животные. То есть у нас отжимается моржиха с удовольствием, дельфины выполняют спортивные программы, кидают мячик, баскетбол и прочее. У нас очень много спортивных номеров, и мы надеемся, что это как-то благополучно отразится на детишках, которые смотрят это. Они будут тянуться к спорту, как ребята, которые играют в хоккей. Помимо всего прочего, обитатели Большого сочинского дельфинария, что в парке Ривьера, с легкостью прыгают через обручи, занимаются акваэробикой, проявляют и творческие способности, рисуют картины, поют и танцуют под музыку самых разных направлений, от ламбады до рок-н-ролла. Хоккеисты же, в очередной раз зарядившись безудержной энергией Новака, пообещали завоевывать самые высокие вершины спорта. А партнер команды «Большой сочинский дельфинарий», как и прежде, будет поддерживать своих подопечных во всех начинаниях. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.